А сейчас речь пойдет о механизмах, позволяющих решать отдельные социальные вопросы местного уровня при непосредственном участии населения. Речь идет о программе поддержки местных инициатив, которая реализуется в том числе и в Твери. Благодаря ее реализации в Пролетарском районе на улице 1 Трусова открылась обустроенная новая детская площадка. Об этом рассказывает наш корреспондент. Установка детской игровой площадки стала первым проектом, который был реализован активом ТСЖ Трусова в рамках ППМИ. Он уже прошел комиссионную проверку и принят в эксплуатацию. Ребята очень довольны. Мы ее опробовали в течение двух недель. Вот она опробовалась. Дети ее очень берегут. Мы, конечно, постарались сделать безопасность. Они считают это своим родным домом. Аплодисменты! По случаю открытия новой детской игровой площадки во дворе был организован праздник. Помимо жителей близлежащих домов, в нем приняли участие представители администрации Пролетарского района и общественности. Благодаря активу и неравнодушию жильцов дома участвовать в программах поддержки местных инициатив. Хотелось бы, чтобы побольше дворов нашего города, нашего района участвовали в этих программах. Программа поддержки местных инициатив очень популярна среди жителей района. За последние несколько лет благодаря ей в Пролетарском районе было реализовано более 15 проектов. Принять участие в ППМИ могут все жители. Для того, чтобы таких благоустроенных объектов на территории нашего города становилось все больше, нужно участвовать в программе поддержки местных инициатив, либо инициативное бюджетирование. Для этого вам нужно определить приоритетный для вас проект, будь то детско-спортивная площадка, ограждение территории, ремонт контейнерной площадки, асфальтирование территории. Все, что вы пожелаете, вы разрабатываете проект, обращаетесь в вашу районную администрацию, и они вам помогают подготовить дальнейшую заявку для подачи на конкурс. Напомним, средства на работы по благоустройству придомовых территорий по программе поддержки местных инициатив выделяются из регионального бюджета при софинансировании городского бюджета и обязательном участии горожан.